Евгения, хочу поблагодарить за вашу поддержку, за чат, который вы создали для объединения людей. Вот двое человек, благодаря вам, в Калининграде вчера встретились. Мы хорошо погуляли, очень продуктивно пообщались, и это здорово, когда есть такая возможность, когда люди объединяются, когда это доступно, и все это произошло благодаря вашей заботе, вашему чату, который вы создали, и по городам объединяете людей, чтобы мы могли общаться. Поэтому в этом большая ценность. Спасибо.